Ульяна Супрун должна отчитаться о реализации медреформы в профильном комитете по вопросам соцполитики. Об этом заявил его главы комитета Сергей Каплин. Он напомнил, что именно в этом комитете был согласован проект закона о медреформе. Поэтому нардеп требует отчета руководителя министерства, причем не только перед парламентариями, но также в присутствии медиков и пациентов. Кроме того, Каплин настаивает, необходимо тщательно проверить, как реализуется нововведение. Для этого будет создана специальная мониторинговая группа. Мне бы дуже не хотелось, чтобы вышло, как завжди. Хотіло як краще, а вышло, как завжди. Я запрошую, чи вимагаю, аби прийшла на комітет міністр охорони здоров'я Ульяна Супрун разом із своєю командою. Ми буквально допитаємо про всі аспекти реформи, яка наразі реалізується. Про те, куди йдуть гроші, чи задоволені лікарі, керівники лікарень і, найголовніше, пацієнти. Я не дозволю, щоб частина державного бюджету, більше того, частина ВВП витрачалася марно.